Бег, велосипед и лыжные гонки. Чувашские спортсмены достойно выступили на первенстве мира по зимнему триатлону в Италии. Даниил Егоров, воспитанник Чебоксарской спортивной школы имени Тихонова, стал бронзовым призером соревнований среди юниоров. Это первая международная медаль в копилке Даниила. До этого были призовые места на первенствах России. Пробежать больше 3,5 километров, проехать на велосипеде 6 и завершить соревнования лыжной гонкой в 5 километров – задача не из легких. Даниил справился за 45 минут 39 секунд. Выложиться на каждом этапе по полной и успешно пройти транзитную зону помогли многочасовые тренировки. Ну, в детстве я занимался лыжным спортом, поэтому лыжный спорт чуть по душе. Но за эти 1,5 года я уже велик и бег потянул. Не ожидал, конечно. Но готовился. Но готовился к этому, да. Цель была. Для первого раза попасть в призеры – это очень хорошо. Совсем немного до призера не дотянул друг Даниила – Егор Селиванов, неоднократный победитель первенства России. Участвовал на чемпионате первенства мира, там занял 5-е место. Но после бега мне на велосипеде было тяжелее крутить. Ноги после бега забились. Устал, наверное, поэтому. Мы там выступали на горе на высоте 1600 метров. Но там было тяжелее, конечно, бегать, чем тут. Другая страна. На горе, тем более, первый раз выступаем, соревнуемся. Ребята – подопечные тренера Александра Васильева. Он один из тех, кто активно развивает зимний триатлон в Чувашии. И вот уже несколько лет занимается с ребятами. И когда ребята занимают призовые места, мне самому это как бы в душе приятно. Ну, конечно. И то, что вот не получилось у меня по молодости завоевывать медали на таких престижных соревнованиях, я всю душу выкладываю и отдаю ребятам. Основные расходы все равно берем на себя, на тренера, на родителей. Родители очень помогают. Тренировки утром и после обеда. Важны все 3 вида спорта, но основной все же это лыжные гонки. Даниил и Егор – студенты Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Хотят стать спасателями. Без хорошей физической формы не обойтись ни в спорте, ни в профессии. Физкультуру у ребят преподает Марина Ладяшкина. Педагог и сама входит в сборную России по зимнему триатлону. Егор к нам пришел уже будучи триатлонистом. А Даниил, мы увидели его на уроке физкультуры, что мальчик действительно способен, что у него есть задатки. Я пригласила его заняться триатлоном вместе с нами. И уже благодаря его, наверное, не только способностям, но и дисциплине, характеру, сразу начали приходить результаты. Сначала результаты на первенствах республики, и вот потом уже на России он стал 4-м и медаль на первенстве мира. Такие результаты – хороший стимул двигаться дальше к новым вершинам. Пожелаем ребятам успехов. Татьяна Трофимова, Павел Рядков, Республика.